Ребята, кто-то в видео сказал, что Артём не умеет водить машину. Поэтому сегодня, короче, будет доказательство. Я поведу машину. Артёма поведет машину. Ну что, давай, начинай потихонечку. Первую передачу. Я нажал её вообще? Да. Не, подожди. Вот. Давай. Я делаю. Газхуз побольше. Красава! Ты сейчас тронулся? Вообще, не как... Хожу. Туда, куда поехал? На разворот. Ты сейчас тронулся? Вообще нормально. Не, ну я, конечно, плавно тронулся, но это с большим трудом. Этому мне надо будет потом еще учиться. А? Этому надо мне будет еще потом учиться. Да. А кто-то сказал, что Артём не умеет водить, да? Трогать я не могу, а сам водить-то я могу. Не, ну трогать, потому что тут коробка, это механика, механическая, да. А не автомат, автомат легче. Там еще сцепления нет. Вот, едь, дай маленечко газку. Вот, молодец. Такси, куда Вражи. Едем, Вася? Отвезу в любую точку города, даже за город. Чего? За сколько подвезешь? Что, 3 сотни? Ну, слушай, ну, брат, ты что, обнаглел, что ли? Так ноль, дорого берешь? 0 рублей, чего не так-то? А, 0 рублей? А ты что, 100 рублей, такси, мотор. Ой, ты мой смешной. На Гранте ездим, конечно. А что, честно сказать, мне вообще не жалко. Хотя теперь... Не жалко? Нет. Как это не жалко? Ну, я же умею водить, что не так? Ты говоришь, не жалко. Так? Все так. Хорошо. Так, вот сейчас вот езжай и включи вторую передачу. Вторую передачу? Да. То есть смотришь газку, нажимаешь сцепление и вторую. Сцепление. Вот, газ. Все, красавчик. Да, вот ты уже первую включила, вторую, там легче все это переключить. Ну, конечно, потому что машина катится. Вот она и... едет, там может прям резко его, конечно, пустить. Ты смотри, куда едешь, Вася. Смотри, там этот... бетонный этот. Что там написано? В нем можно врезаться так, что мало не покажется. Расскажи подписчикам что-нибудь. Что? Круто водить машину, да? Ну да, прикольно, но опять же, самое для меня пока что это сложное. Ну трогаться, сынок. Да, трогаться. Когда я был маленький, я тоже мне родной брат давал машину водить. Я тоже, да, дядя Юра. А, вот. Юра. И это самое, как его, я тоже трогался с 10-го раза. Так, да, что это ничего страшного. Конечно. Была бы коробка автомат, оно ну, полегче, да, конечно. Там что, даешь одну передачу, все. Там вообще только тормоз и газ, все. Тормоз и газ, да. Нажимаешь на тормоз, включаешь себе передачу, любую, ну не любую там. А, вот. Автомат включается. Там да, автомат. Ты ну, ногу убрал с этого, с тормоза, все, она покатила сама. А тут со сцеплением она посложнее. Да, круто. Езжаем, короче, я буду останавливаться. Ну, езжай, еще пару кругов сделаем. Ладно. И поедем на тренировку, да? Кстати, там поснимаем. У меня нормально. Полчаса. Да, ну, нормально, полчаса. А. Как раз сейчас поедем заправимся. Вон, а то весь бензин ты мой сжег. Ты сам это сделал. Заплатишь сам. Единственный минус для меня, у меня нога еще затекает. Затекает? Ну, затекает ее нога, не держит все время. Ну, а что ты хочешь, конечно. Я потом привыкла, у меня же ноги еще короткие. Коротконожка? Сороконожка. Сороконожка, коротконожка. Нет, сороконожка, это женщина, которая по 40 тонн ходит. Да? Ну что, завтра возьмем машину, поедешь по девкам. Нет. Что нет? Да-то не хочу. Не возьмешь машину или по девкам не хочешь? Честно сказать, я вторую. Ты смотри, это как его, куда едешь, друг мой. Я же косоглазый, конечно. Косоглазый лучше видеть, чем мы. Я имею в виду бока. А я, кстати, какого года-то? Я тоже где-то вот в 10-11 лет тоже первый раз я за рулем, сынок. Ну, я в 11. 11-12. Чтобы 12 скоро исполнится. Да. Потом на велике гоняю. Сейчас надо
спасительный круг. Люди так посмотрели, что что, пацан машину водит? Ага. Дядя посмотрел, да. Чё-то. Конечно, только нос видно из-под руля. Ты смотри на дорогу. Сейчас выйдем с тобой вот туда, на трассу, где машин много. Ну, видно, что их там много и разных видов причем. Может, задрифтим? Не надо дрифтить. Дрифтить надо... Как вообще дрифтить, а? Ну, сейчас вот встанем, покажу. Да не будем машину делать. Да ладно, не будем портить. Зимой, сынок, зимой хорошо дрифтить. Вот здесь зимой вообще классно. Ручником. Ты помнишь моего дяди, этого, как Игоря, во дворе дрифтил папа, ты помнишь? Так, вот теперь надо остановиться. Нажимай сцепление и тихонечко тормоз. Тихонечку. Еще одну, посильнее чуть-чуть. Вот и все. Так, ручник. Ручник. Вот и все. Стоим. Стоим. Теперь выходишь из машины. И до свидания. И до свидания. Опа! Ну чё? Нормально. Как тебе? Понравилось? Да, вот водить машину — это очень круто. Это вам не нерв. Только тебе надо... Чего? Это вам не нерв, войну смотреть. Только первым делом надо тебе научиться. Еще завтра приедем. Не-не. Мусор не кидать, друг мой. Понял? Это как его... Ты надо научиться сначала это как его... Трогаться, да. Ну это ладно. Тронуться. Ну, еще пару раз приедем и научишься, да? Ну, все, садись. Это первый курс пока. Да, первый курс. Первый курс вождения. Блин, сиденье как. Ну, что, попрощайся с ребятами. Бай-бай. Мам, всем пока.